Эта продукция хорошо знакома всем с детства. Каждый знает сладости от концернов «Красный Октябрь», «Рутфронт» и «Бабаевский». Сегодня эти титаны выпускают свою продукцию под одной крышей и входят в холдинг «Объединенные кондитеры». Основная зона реализации – центральная часть России. Но производителей прельщают увеличение объемов поставок в Сибирь, на Дальний Восток, в Казахстан и даже в Китай. Поэтому сегодня руководство холдинга ведет активные переговоры с правительством Курганской области. Географическое расположение Зауралья является очень удобным для создания на его территории логистического центра. Это не только привлечет дополнительные инвестиции в регион, но и позволит доставлять любимую продукцию до потребителя по более низким ценам. У нас состоялась первая встреча с президентом компании. Встречался Алексей Геннадьевич Кокорин. И вот вопрос возник такой именно, что попробовать для начала изучить, посмотреть вот цепочку по созданию центра логистики. В целом проблема стоит, проблема на самом деле, она острая достаточно, потребление, рынки очень хорошие, большие. Не только правительство Курганской области заинтересовано в сотрудничестве, но и холдинг «Объединенные кондитеры». Мы сотрудничаем также и с дистрибуторами Курганской области. Это очень интересный регион с точки зрения расширения продаж. И холдинг «Объединенные кондитеры» рассматривает возможности инвестиций в регион. В этом смысле Курганская область для нас является также интересным потенциальным для развития дистрибуции в этой территории. Рассчитываем, что это сотрудничество может развиваться, крепнуть, и мы будем иметь интересные проекты в ближайшем будущем. В случае, если стороны договорятся, территория Курганской области станет центром сортировки продукции холдинга, которая производится в огромных масштабах. Светлана Епифанова, Ульяна Фомина, Александр Киселев, Андрей Бахарев, информационное агентство «Курган.ру» из Москвы.